Здравствуйте. Сегодня у нас с вами следующее задание. Построить треугольник ОБЦ, если О имеет координаты 0, 0, Б имеет координаты 4, 6, С имеет координаты 1, 5. И определить точки пересечения с осями координат, если они есть. Обратите внимание, если они есть, их может и не быть. Итак, О 0, 0. 0, 0 – это начало координат. Вот и наша точка. Б 4, 6. В сторону Х отмечаем 4. Раз, два, три, четыре. 6 – это вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это точка Б. Далее, С. Один, пять. По Х один, по Y пять. Значит, вверх пять клеток. Раз, два, три, четыре. Далее поставили точку С, взяли карандашик и соединили наши точки. В том порядке, в котором строили или так, как вам удобно. Итак, вот он наш треугольник ОБЦ. Обратите внимание, что у нас с вами только одна точка пересекается с нашими осями. Это точка О, 0, 0. Она пересекается и лежит и на оси Х, и на оси Y. Пересекается, я здесь сказала, несколько неудачно. Итак, одна единственная точка О, 0, 0. Больше точек пересечения с осями нет. Значит, кто не может построить точки, может обратить свое внимание. Есть два видео на эту тему.